Путин это все набрал. Никакой связи э, поставки оружия с, э, по крайней мере, э, в намерениях поставлять оружие нет ничего такого, что показывало бы намерение развалить Российскую Федерацию. Там есть одно единственное желание – это добиться того, чтобы российские оккупанты убрались с украинской земли. Точка. В этом, есть, в этом совпадает намерение Украины, в этом же совпадает и намерение Запада. Только одно, чтобы российских оккупантов не было на украинской земле. Точка. Значит, что касается дальнейшей судьбы Российской Федерации, то, ну, во-первых, Украину это мало интересует, может это, кстати, опрометье, потому что все равно Российская Федерация, Россия никуда не денется она останется соседом, поэтому это важно, что там будет. Но, по крайней мере, сейчас и президента Украины, и, в общем-то, доминирующее настроение, насколько мне известно, в Украине это такое, что вы только от нас отстаньте, а там делайте, что хотите у себя в стране. Вот. Поэтому это все, конечно, полная ерунда. Что же касается настроений внутри российской оппозиции, внутри российского протеста. И это уже другой вопрос. Это уже не Запад. Это уже те люди, которые пытаются сопротивляться, там, находясь внутри России или в эмиграции. Но это другая совсем история. Это люди, которые думают о том, как сделать так, чтобы Россия перестала быть тоталитарным фашистским государством. И есть серьезные основания считать, что если Россия сохранится в этих границах, если Россия сохранит ядерное оружие, если Россия сохранит членство в Совете Безопасности ООН, это все факторы, которые провоцируют имперское начало, и это связано с тем, что да, действительно, в России рано или поздно возродится агрессивная империя, даже если сейчас Россия потерпит тяжелое поражение. Более того, я-то, например, глубоко убежден, что если Россия сейчас потерпит тяжелое поражение и будет отброшена на границы даже 1991 -го года, то при том, что власть Путина сохранится, Россия продолжит воевать. Просто э, линии фронта станет границей 1991 -го года. Вот, э, значит, я думаю, что э, если говорить о, э, о тенденциях, то распад Российской империи в той или иной степени неминуем, потому что есть очень сильные центробежные тенденции, которые сейчас просто не видны и не чувствуются, потому что они силой подавлены. Они подавлены силой. И эти тенденции к распаду, они были очень сильны. Эти движения центробежные были сильны. Это и референдум о независимости Татарстана 1992 года, когда подавляющее большинство граждан этой страны, этого, этой республики, проголосовали за выход из состава России. Это две чеченские войны. Это э, довольно сильные движения. Ну, скажем так, я э, абсолютно убежден, что если сейчас исчезнет вот это вот э, имперское, цементирующее, удерживающее силой э, государство, то имеется в виду тоталитарное фашистское государство, то э, движения центробежные, они при, начнут преобладать и... Россия начнет разваливаться, как карточный домик. И не только по национальным республикам, но и по таким регионам, русским регионам, как Дальний Восток, как Урал, Сибирь и так далее, Камчатка и прочее. Я думаю, что эта тенденция возобладает. Не говоря уже о национальных республиках, таких как Татарстан, Тыва, Якутия, республики Северного Кавказа. Я думаю, там потенциал отделения есть довольно сильный. Вот. Поэтому эта тенденция, возможно, я не утверждаю, что она обязательно восторжествует, но тем не менее, при поражении России эта тенденция начнет себя проявлять. Так что, а хорошо это или плохо? Ну да, это, в общем, не, не самый лучший период жить во времена смуты это будет именно смута, это будет перерастание войны, империалистической войну мафиозных кланов за передел собственности и территории. Но, во всяком случае, после этого, скорее всего, Россия перестанет кому-либо угрожать, как единая империя, которая обладает вот таким пожирательным эффектом, стремлением пожирать куски территории и, ну, по сути дела, пожирать людей в соседних странах, что мы сейчас наблюдаем по отношению к Украине. Я думаю, что угроза... Если Россия сохранится в этих границах, угроза будет продолжена. Если она переживет период распада, то отдельные ее части вполне в состоянии будут как-то начать преобразовываться с помощью, в том числе, и западного мира, преобразовываться в нечто более цивилизованное. Хотя это тоже никто не дает никаких гарантий.